Смертельное ДТП под Ивделем. Один человек погиб, двое в реанимации. Накануне на 29-м километре автодороги Пермь-Ивдель-Хмао столкнулись две легковушки. Hyundai двигался из Екатеринбурга в сторону Югорска, а в это время Chevrolet ехал в сторону Ивделя. В результате аварии водитель Hyundai скончался на месте, а его пассажир и водитель Chevrolet доставлены в реанимацию. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.